Фламандский художник, мастер 1499 года, иногда называемый брюкский мастер 1499 года, работавший в конце 15 века, известен по четырем основным картинам, которые тесно связаны с более ранними работами других авторов. Брюкский мастер, предполагают, был не из Брюги, а из Гента. Вероятно, он являлся последователем Хуго ван дер Гуса. Мастер назван в честь диптиха Христиана де Онда в Антверпенском музее, датированного 1499 годом и сохраненного в Антверпене в Королевском музее изящных искусств. На правом крыле диптиха художник изобразил аббата Христиана де Онда. Левое крыло является копией с Мадонны в церкви Ван Эйка. К его работам также приписывают Мадонну с младенцем и четырьмя святыми, находящиеся в Ричмонде, Вирджиния, коронация Богородицы в Королевской коллекции, диптих Благовещения в Берлине и Святое семейство с ангелами в Антверпене. Предполагают, что он также является автором изображения «Христос благословляющий».
Коронация Богородицы. Центральная панель этого триптиха изображает венчание Богородицы восседающими на престоле Христом и Богом, собравшимися святыми. На левом крыле изображены 23 святых, включая святых Луку, Якова Великого, Павла и Марию Магдалину. На правом крыле 23 святых, в том числе святые Бруно и Варвара. На оборотной стороне крыльев изображено Благовещение в Гризайле. Это техника рисования серых тонов для имитации скульптур. С девой на оборотной стороне левого крыла и ангелом Гавриилом на оборотной стороне правого крыла. Одна из группы ранних фламандских работ из 70 картин, принадлежащих принцу Людвигу фон Эттинген-Валлерстайну, которые были впервые предложены принцу Альберту в 1847 году. В качестве обеспечения суды и перешли его владения по умолчанию. 25 из них были переданы в Национальную галерею в 1863 году.